тоник из этого помощи. И когда не раздумывая, они просто в море, спасся человека, пошел дальше. То есть ему позвонили по телефону. Позвонил врачам, сказал, принял свои извинения, позвонила жена, сказала, что я не прожу, я же всегда вечером с ужином, таким романтическим, и позвонили также друзья, предложили там какие-то свои клубы. Человек задумался, что такое. Как это сразу, и все у меня наладилось во всех областях. Тогда он быстро вернулся на то место, к тому человеку, которого он спал, спросил его. Как тебя зовут? Я тебя спас, и у меня в жизни все наладилось так и сразу. И ты человек сказал, я благодарность, мне зовут благодарность. Поэтому, когда мы находимся в этом состоянии благодарности, мы действительно, это вселенная и мироздание открывается совершенно в другом своей такой благостной стороны. Потому что каждый из нас является творцом своего собственного мира. И мы выбираем. Радоваться нам, либо гнуться, прощать, либо наказать, как говорится, и улыбнуться. Это мы. Даже если есть какие-то ситуации, это все зависит от того, как мы их оцениваем. Поэтому, когда мы используем практики наблюдения, медитации, практики благодарности, и еще одним из методов проведения медитации может стать также метод, когда мы берем какой-то плохой, и все же